всем рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас новая рубрика, короче, и поисковый магнит. Приехали на речку под старый мост, вот такой мост. Такой у нас, короче, мост, вот такой у нас магнит. Сколько? 2 по 500. Короче, обе стороны по 500. Вот такой. И будем кидать вот в такую речку под мостом. Потому что в Англии невзатно стало популярно очень поисковые магниты. Очень много групп открылось. И ребята реально достают всякие прикольные вещи, начиная с оружия, заканчивая даже сейфами, в которых, короче, цепочки и всякая фигня такая. Ну что, у нас первый запрос. У нас суперские также перчатки бесплатно достались с работы. Так, железо, кованое старое железо пока что. Еще одно железо какое-то. Если откислось, здесь были какие-то надписи вот здесь. Ну это. Так. Уже сейф, да? Смотри, пятачок. Главное, чтобы он сейчас не ушел бы. Сейчас какой ствол бы достать? Вот это было бы. Сейчас опять железо. Гвозди. Еще какая-то... Походу от бочки какая-то закрутка. Да, или какая. Это хаммеры. Знаешь, когда расписывается, вот туда вот. Там показано, что будет. Вот, идем. Или что это? Или это отвертка? Отвертка какая-то, не? Ну что-то, да, инструмент какой-то. Нет, это что обломанное, может ножницы? Ага. Ну, короче, старая. Старая, 100%. Так, это давай мы отложим пока что в сторонку. Потом мы почистим, разберемся получше. Что-то с моста скидывали туда, попадало. Ну да. Да, также. Также у меня, короче, появилось новое обмундирование. Это Real Прикупка. Что могу о ней сказать? Она очень хорошая, прикольная, теплая, удобная, но единственный большой минус лично для меня то, что у нее нету боковых карманов. Вот это фигово. И вот такие, короче, обувь такая вот. Я не знаю, она, короче, из Китая заказана. Пишет, что она водонепроницаемая, но, короче, в конце видео я узнаю. Тоже удобная, мягкая, легкая, но... Ну, короче, посмотрим, как она водонепроницающая. Попробуем по России. У нас, короче... У нас... О, у нас такие уловы. Ничего себе, смотри, это что-то интересное, да? А это... Короче, одна пи. Друзья, за сегодня, короче, вот самая ценная находка. Это детское сиденье от велика. И с таким вот отражателем. Его, кстати, можно было бы и снять. И, опять же, одна вот монетка. Пожалуйста, это, опять же, современный один пенс, который очень ржавый.
Монетки, слушай, сегодня, короче, больше монеток набьем, чем накопим. Если их не отодрать, ну ладно. Ну а где был скребок этот? А? Скребок. Скребок? Там где-то, ну хорошо. Да, им уже минут 15, ну короче, кроме вот такой разной арматуры, всякой подобной фигни, ничего пока не лезет хорошего. Но магнит, я скажу, очень плотно притягивает, допустим, вот такую арматуру. О, ее еле оторвать можно. Довольно-таки тяжело одной рукой отрывается. Ладно. Давай. Сейчас что-нибудь вытянем, покажем хорошего. Только что вытянули, короче, две вещи. Первая вещь — это вот это хейтерам, блять, подарок в одно место, кто ставит дизлайки на мое видео. А вот тут, короче, две пишки опять. И в итоге это уже у нас 5 пив вытянули, не выкопали. Хотел сказать, выкопали. Все, погнали дальше. Сейчас с обеих сторон будет по монетке. И должно что-то... На удачу. Натягали мы эту всякой арматуре, всякой железо. Пойдем вот через этот, короче, переход, обойдем мост и попробуем там, короче, что-нибудь положить, покидать. Вот, так что тут ничего хорошего не было. Зато, короче, вытянули много современных монет. Ну, это все, как бы, по сути. Ну, под... сейчас я, короче, прикреплю фотки с этого места. Друзья, вот это улов у нас. Ну надо, короче, площадку для поиска очистить. Мы решили эту тачанку достать. Прям в яблочко. Смотри, да? Так не могу сделать, но она тяжелая. Ну да, набита, видишь, мусором. Главное, в лоб назад этим магнитом не получить. Не, наверное, не получится, она тяжелая очень. Ну да, надо, чтобы она не магнитом, а ну, зацепилась бы именно, не примагнитилась, а зацепилась. Но сетка, видишь, сильно не приклеится. Okay.
достанем. Готов? Пошел. Монетки собирать. Вот это мне тяжело. Иди сюда. О, мы это сделали. Все, что, сейчас будем еще одну доставать с того берега, не? Она не мешает. Ну да. Ладно, давай дальше. Вот они. Пусто. Да, намного чище. Ну, еще одна монетка. Тоже современная. Были бы сапоги, вообще можно было бы внутрь, короче, зайти. Да, и ходить. Просто... И да. Тягать за собой его, да? Просто так. Еще какая-то хрень. Что ж, друзья, короче, приехали мы, пришли, точнее, на новое место. Вот такую речку, мост тоже старинный. Приходим сюда и наблюдаем вот такую картину, что мы не первые, кто тут. Тут тоже такой нормальный был магнит. Магнит нормальный, да. Арматурину вытянули. Вот еще какая-то труба, лопата. И там еще. Но видите, какие в Англии, короче, свалки возле рек. Вы посмотрите, все польское пиво. Все. Ну ладно, давай, короче, попробуем. И тут может что-нибудь. И мы покидать, мало ли. Решили мы тут остановиться. И вот закинули что-то очень тяжелое. Вот о чем я вам и говорил, что можно сейф цепануть. Нихера себе. Нормально его кто-то расковырял, да? Смотри. Смотри, смотри, а внутри какой-то железный ящик.
чисто первый заброс. И, короче, его не открыли. Видишь, его так расковыряли. И дальше, блядь, не смогли. Так это, как же это называлось, коробка? Не помню, как она называлась. Ну, то есть, как же по-английски, забыл, назвали. Короче, для денег, коробка для денег. Да, 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 да. Там что-то есть, да? Я не знаю, не вижу. Слушай, как? Попробуй ее ополосни. Так, чтобы эту бузу всю смыть. Она тяжелая. Как она открывается, как она закрывается, я не понимаю. Легко сказать, ополосни. Килограмм 10 весит. Реально, ты за 10, а вот тут, наверное, замок. Чисто сейф. Сейф, да. Эл, как, слушай, может быть, сюда на машине как-то можно поближе подъехать? На машине, да, можно, к тому мосту. К тому мосту, короче, я не знаю, а есть флекс какой, я не знаю. Мне только флексом надо вскрывать, если вскрывать, я не понимаю, чем ее какими-то зубилами долбили. Ну, почему ее не додолбили? Блядь, не отцепить. Аккуратно. Ну, короче, ее надо будет сейчас припрятать, ехать сюда на машине, в багажник закинуть. Я не знаю, есть у кого-то болгарка? Ну, можно найти. Но почему ее бросили тут? Почему ее, блядь, эти, блядь, лошпеды не вытянули? Ну, да. Охереть. А помнишь, блин, я же говорил, что, короче, выкладывают, короче, ящики такие находят, и внутри там всякие приколы. Блин, а как узнать, она что? Блин, видишь, тут ручку, может, просто не могли ее, просто, знаешь, ну, не могли ни хера с ней сделать. Может, испугнули? Я не знаю, возможно. Ну, ковыряли ее вообще безобразно. Вообще, да. Подожди-ка. Фиг его знает. Ну, короче, ее надо вскрывать. Ладно, давай отключаемся, еще сейчас что-то тяганем. Опять что-то, короче, мощное мы тянем. Вот этим можно и разбить сейф, слышь? Сейчас, да. Сейчас. Блин, думаешь, можно попробовать? Такая плотная железяка. Хера себе, стой. Давай. О! Пробили? Давай. Пробили, да? Только не только вовнутрь. Так. Короче, дверину мы сломали полностью. Сейчас я только еще вытяну эту саму дверину. Так, походу не... Не-не-не. Все хорошо, только она внутрь вбилась, эта дверина. Ну как-то по диагонали ее можно вытянуть, но там мешает этот коробка. Там пороги такие, видишь? Слушай, а может быть эту коробку зеленую как-то ее вдолбануть? А мало ли там что-то ценное и побьешь все. Слышь, меня эта интрига больше что-то захватывает и захватывает. Коробочка, да, там зелененькая. Прячешь. Говорят, эта коробка, ну, она такая, знаешь, она... Она простая, простая, да, коробка, да, такая из жести тоненькой. Там, да, там какие-то эти, знаешь... Перегородки. Не, надо чисто взять, короче, болгарочку и отпилить ее. Ее надо тупо отпилить. Ну неужели эту дверь по диагонали нельзя вытянуть?
Если этот край как-то толкнуть, я думаю, она выйдет. Достали мы эти двери по диагонали. Вот они. Мы еще не знаем, что там будет внутри. Вот. Хоп, коробочка. Смотри, какие-то эти от с электричеством, короче, связаны. Нет, замок. Замок. Тупо замок, смотри, видишь? А, так это от двери. Вот он висел вот на этих. Тут он висел, этот замок. Слышишь? Содержимого, короче, сейфа. Походу тут кроме железа ничего нету. А вот это что такое? Фу, это этот, блядь, рак. Это рак. Это чисто рак. Давай, там сейчас чувак поможет. О, пожалуйста, ребята, это зима, это вот рак. Ну да, у нас, короче, много раков на такой маленький. Ладно, открывай коробку. Там-та-да-дам. Она что, пустая? Слышь, монетка, монетка, чисто монетка, смотри. И ключи, гоню, это ключи. Ну это вообще для ключей коробка как бы. Ну это не, ну это для чего хочешь, может быть она. Видишь, вот ключи, вот этот, как он, кружок, и вот один ключ. Вот да. Он видно, а вот и второй. Пара ключей, вот они, вот они, вот они. Угу. Ладно. О, подожди, 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 что-то, что-то. Что это такое? Там что-то медное, короче, было. Это от, блядь, это от молока. Что? Это от молока. Кому надо хранить это? О, молока. Ключ. Ключ-амба. Ключ. Смотрите. Да, ключ-амба такой. Да, и тут тоже пусто. Аккуратно, чтобы не брызгало. Еще ключи. Ну это коробка для ключей, но почему она в сейфе? Что это? Какие-то ключи были важные, вот, да, еще вот ключи, чисто одни ключи, вот, раз ключи, два ключи, три ключи, все, что ли, а где, что мы думали, а, о, еще какая-то полу, какая-то фигня, на-то, ерунда. Ничего себе. Ну так и так азарт был. Прикинь? Да ты что, конечно. Смотри, такая. Смотри, его кто-то ковырял, не доковырял, да, и выкинул. Вот такая зеленая, короче, коробочка. А вот, короче, сам сейф был. Смотри, там ничего больше нету. А, будильник звонит. Нет, все, все, все. Ну и то интересно, да? Ну да, да, да. Там могло что все, что хочешь быть. Ну ладно, что? Ковыряем дальше, слушай. Мы, короче, гоним дальше, ты там палец себе поранил. У нас сегодня день жестоких таких сигналов. Каких сигналов? Еще один? Да ладно! Это, блядь, не может быть, это не может быть. Это не вы видите сами. Чисто вот, вот, вот первый, вот второй. Хорошо, что инструменты до этого вытянул для открывания. Вот. А, он уже открытый. Вот
так он, да? О, пали патроны, а? Да ладно. Подожди. Видишь, он, короче, горел. Он чисто горел, видишь? И внутри, короче. Да ладно. Что, волына может? Смотри, да, тряпка какая-то. Ну это постелено было в нем. А. Я, блядь, извиняюсь за мой французский, но я, короче, просто в шоке. Видишь, да, какое-то. Блин, фигово, что все в бузе такое. О, это от патрон, слышь, это стопудово, я думаю, что но это от. Ну, видишь, что оружие это в сейфе надо держать дома. Да. Что это? С патронами, слышишь? С патронами. Внутри патроны, мелкашка, пали. Да. Пали. Еще? Еще одна пачуха с патронами. Блять, я вообще в шоке. Слышь, походу надо. Это че, затвор? 100%. Ах. И обойма. Ты прикинь. Смотри, обойма, да. Обойма. Пали обойма. Ребята. Чисто. Это затвор. А это затвор от какой-то, походу, мелкашки, судя по патронам. Смотри. Нормальные патроны. Но это уже не мелкашка, карабин, да? Это уже нормальный, да, карабин. Я вообще. Смотри, как новый. Ой, трассер с зеленым конечком. Трассер, короче, не выстреленный. Слышь, походу, надо ментов звать, потому что, ну, будет интересно. Да. ППУ? Нет, что-то вайп. Что это за ППУ? Русский. Win. Не знаю. Охереть. Ладно, давай, знаешь, что делаем? Здесь, короче, мы вы. Алло, мент поехал, да? Hello? Да, не видишь, было бы, если он поехал, да? Сейчас он развернется, может быть. А вот там что в коробке? Еще вот, что это, обойма? Нет, тут кусок коробки, мне кажется, это самое. Короче, давай все опасное сюда откладываем. А где обойма, затвор? Вот это все, короче, сюда откладываем. Вот еще, походу. Патроны, ну, да? Чисто вот в пачухе патроны. Вот вам, пожалуйста, от мелкашки. Целые, нестрелянные, короче, патроны. Еще такой же самый патрон. Вот. Короче, давай сейчас все выкладываем. Ну пока отключись. Давай. Звоним, короче, в правоохранительные органы. Сейчас стоим на очереди. Вот оно, добро. Так, ладно, давай включаю карту, чтобы им сразу сказать, где мы находимся. Ага. Сейчас менты подъедут, тоже с ними приколы. Друзья, короче, пока ждем полицию, что-то еще ценим. Что-то очень такое тяжелое. Блять, пожалуйста, вам 500 килограмм держит. Сейчас его просто так не оторвать. А, отошел. Ну, видишь, ржавчина. Ну. Аккуратно. Фу, все-таки это дело дает о себе знать. Тяжеловато. А вот там, походу, если не ошибаюсь, один мост, и на следующем мосту, походу, там полицейский крутится. Я видел форму. Я тоже видел. Видел, да? Так что они, наверное, уже на подходе. А может быть, с ним сходить, посмотреть, что они там? Найдут сами.
мощная была, притянувшись. Поэтому все, магнит повиснет. У нас уже все темнеет. А полиции как нету, так и нету. Ага. О, опять же. Зацепилось. Нет, что-то очень тяжелое. Еле. Очередной сейф. Топор. А, ты снимаешь, да? Да, да, да. Блин, топор достали, вы посмотрите, это, возможно, уже какое-то орудие убийства. Такой вот, короче, топор. Ну, ручка подустала уже, да? Ну да, ну, да. Краска, да, осталась, интересно. Ну, ладно, ждем дальше. Надо, наверное, с топором встречать идти. Ребят, вот тут. Не, ладно, давай, короче, отключаемся пока что. У нас скоро становится темно, полиция пока что так и не приехала. Мы сворачиваемся и ждем дальше полицию. Но еще будет видео, как полиция приедет и что там и как там. Еще закинем еще отрывки последние с этого выезда. Все, всем пока. Кстати, у нас есть группа ВКонтакте, ссылка будет в описании под этим видео. Все, всем пока, заходите в группу, там много интересного всякого. И фотоскопа. И подписывайтесь на канал. Yeah, you can put them on the table. Ну вот, приехали за находками. Офицер. Полностью. There's the bank card with details. Yeah. Which is on it. You know what thing is? I think someone was robbing the house. Took out could from well that. Be. Yeah, could well be. Yeah, and there's like bullets and stuff. See, now I just put them all in the bag and straight away phone no, phone to you. No, thank you so much. Yeah, that's fine. So I'll do. I'll just quickly record it that I'm taking it from you. Yeah. And then we'll and I'll be out your way. You got work this morning? Well, I'm just now came from the work. I'm doing night shifts. No problem at all. So I'm gonna be a YouTube star now. Yeah. Ладно, отключаемся, пока что мы сейчас тут разберемся. И вот такое завершение этой истории. Ну, прикольно, прикольно. Все. Yeah, you see. Details, and there is some car keys. Not car keys, but some other keys. There is the bullets, there is that rifle stop bolt. I mean, this thing here, you see. Yeah. It's definitely part of the rifle. Вот так.